Привет, друзья, с вами Керникс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Raft. Мы с вами остановились на том, что получили, собственно, парус, и теперь пытаемся двигать на острова и пытаться залутываться там. Естественно, пока что мы на днище не нырнули, но есть шанс, что сейчас мы, кстати, это и сделаем. Так, у нас ветерок дует пока что сюдымс. Давайте-ка я немножечко... Нам бы вообще затормозиться надо, но сейчас мы немножко подправим маршрут. И тогда затормозимся. Нам нужно, в общем, сделать небольшую паузу. Мы выйдем на острове, залутаем его, естественно. Но при этом нам нужно взяться за исследование. Тем более, что workbench мы уже поставили, поэтому дело остается за малым. Надо это все провернуть. Ой, боже, что же я делаю? Подождите. Нам надо выдвинуться хорошенько сюда. Потому что мы же движемся по диагонали немножко. Наш плот тогда развернуло. И мы его не вернули на позицию. Так, сейчас закроем, проверяем. Да, нас сдувает в любом случае на остров. Поэтому сдвигаем сюда. Сюда сильнее, сильнее. Давай, дорогуша. Нам надо от конечной позиции. Чтобы мы не... Хотя, стоп, нам наоборот же надо удариться. Нам наоборот этой частью плота было бы неплохо удариться о берег. Но к этому мы вернемся чуть позже. Сейчас мы делаем с вами полное замедление. Так, руль, смотри на меня. Замедление удалось. Чуть-чуть нет. Чуть сюда надо. Вроде бы неплохо. Так, давайте смотреть. Что мы с вами имеем? Мы сюда закинули деревяшку и металл. Можем сделать грядку. Грядка нам точно не нужна. Всякие панельки нам не нужны. Новые инструменты я в целом заинтересован. Хорошее хранилище. Печь. Плавильня нам точно нужна. Для плавильни нам нужно сделать сухой кирпич. А еще мы делаем сухой кирпич. Сетки еще, точно, сетки тоже очень нужны. Так, веревка есть, давайте... О, боже, что я сделал, верни. Мы не туда плывем. Дорогуша. Мне нужно, чтобы ты... Чуть-чуть сюда. Нам нужно стукнуться, в общем, о берег, совсем капик. Ладно, давайте я сейчас заберу все. А, топор у меня есть? Топор есть. Нам чуть-чуть нужно стукнуться, возможно, нас чуточку выровняет. Я просто не помню, будет ли у нас возможность нормально выровняться в будущем. Но хотелось бы, на самом деле. Чуть-чуть подровняться хотелось бы. Я надеюсь, что мы там сейчас не раздробим плот, а... Берег, ну ладно, это уже мелочь. Решим этот вопрос чуточку позже. Нам, кстати, пожрать надо. Давай хотя бы арбуз затолкай в себя. Так, тут ничего съестного нет. Арбузики. Отлично, отлично. Мы не ударились о берег. Тоже, в принципе, хорошо. Посылка еще одна есть. Пока посылка нас не то чтобы радовала. Потому что она давала всякий декор. Но я думаю, мы с ним справимся в конечном итоге. Так, забирай бананасики. Бананасики не влазят. Давай быстро, 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 быстро. Изучить. Коврик, супер. Без коврика жить не мог. Ананасовые семки можно выбросить. Кокосовые семки тоже мы пока деревья сажать не собираемся. Плот. Плот по чуть-чуть нас покидает. Не надо, дружочек. Короче, мы дождемся тогда следующего острова. Я думал, что мы на этом и металл сразу добудем. Но, видно, не судьба. Так, движемся куда на... Собака, ты что, жрал мы эти? Нельзя жрать. Плохая летучая мразь. Так, опускаем пока этот... Ветер кудым? По-моему, нас чуть развернуло все-таки. Потому что, по-моему, ветерок раньше вот сюда дул. Ну нет, вроде норм. Так, хорошо, на чем мы остановились? Давайте я здесь перепроверю все. Так, здесь готовая жромба нас не интересует. Водичка у нас есть. Нужна пресная. Значит, у меня не пресная. Сюда я залить не могу, значит, там пресная. Все, правильно. Закидываем еще. Пока движемся, куда нас, собственно, ветер несет. И открываем вот это дело. Я нашел, кстати, немножко руды. Но это уже мелочь. Так, закинем сюда еще болтик. Хотя нам нужен был не болтик. Нам нужен был гвоздик и... Ушел. Бляха. Сейчас копье сломается. Нет. А, хрен с тобой. Жри в удовольствие, скотина такая. А, так, хорошо, с этим разобрались, копье ожило. Нам нужны были гвозди и веревка. Веревку я вроде бы закинул или нет? По-моему, нет.
закинуть. Так, хорошо. У нас открываются сетки-ловушки, которые очень полезная штука, потому что мы можем заниматься своими делами, а в сетках у нас будет море Лутецкого, что в целом очень приятная штука. Но в развитии это нам не то чтобы сильно поможет. Так, высадка собственных деревьев. Это, конечно, хорошо, но тоже не горит. Печь. Так, печь мы остановили, сухой кирпич. У нас в крафте был обычный кирпич мокрый. Что он требовал? Песок и глину. Для этого нам нужна лопата, если я не ошибаюсь. Или мы и так сможем добыть. Сейчас я гляну, есть такой инструмент, как лопата вообще? Есть. Есть лопата, и она требует железный слиток. У нас получается путаница. Чтобы сделать слиток, нам нужна печь. А чтобы нужна была печь, нам нужен песок. А чтобы нужен песок, нужна лопата. Окей, тогда мы обучимся вот это. А, мы все можем изучить. Лол, я думал, мы ресурсы по чуть-чуть закидываем. И они по чуть-чуть ливаются у нас. Так, это все тоже забираем. Водоросли, всякую шляпу мы потом сгрузим. Так, новый крюк еще появился, да? Новый крюк, он требует болты. О, мы с голоду пухнем. Срочно, оно у нас в рот. Все пройдет. Неожиданно. Но мы не зря на остров забегали, так что жить будем. Так, гвозди пока можем откинуть. Кокосы тоже пусть будут съедобными. Здесь у нас этот готовый, этот готовый. Два болта, кстати, у нас есть. Надо об этом не забывать. Что это было? Странный звучок. Не забываем, что у нас есть теперь голимая кровать. Мы сможем как-никак поспать, в конце концов. Так, я проверю, на горизонте что-то есть. На горизонте ничего нет. Хорошо. Тогда мы сейчас посмотрим, что нам требуется для сеток. Сетки в любом случае пригодятся, и будем расширять плод. Потому что если мы его не расширим, мы также останемся на позиции в несколько блоков, что как бы не выигрышная ситуация от слова совсем. Но зато досок дофигища. То есть как раз в плод вкинемся нормально. Сколько? 8 блоков можем сделать. Сюда. Нормально. Мы, по идее, можем сделать очень грязное расширение, но, бляха, оно того, наверное, не стоит. Скорее всего, нет. Так, они у нас крафтятся или мы их строим? Скорее всего, мы их строим. Так, покажи. Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Нет, мы их не строим. Есть вопросик. Вот он. Сеть-ловушка требует 8 веревок. 8, Карл. Это как бы дохрена. Хоть и полезно, я понимаю, до усрачки полезно. Но с учетом того, что мы двигаемся слегка по диагонали. Это нас... А ну, кыш, говно собачье. С учетом того, что мы двигаемся по диагонали, нам это не сильно поможет, скорее всего. Так, давайте я сразу кокоса нажрусь. Где у нас... А кокос, кстати, пожарить можно, нет? Кокос хочешь? Нет, не хочешь кокос жариться. Окей, давайте быстренько в люлю. Проснулись и фернулись. Чё-то мы рано проснулись. Или нам еды не хватило? Есть вопрос, на который нет ответа. Чайка, уйди, я тебя слышал. Или это уже рассвет такой корявый? О, там остров. Очередной остров, а мы к нему не готовы. Что же делать? Что же делать? Так, ладно, давайте крафтить веревку. 8 штук. 7-8 есть. И сделаем хотя бы уже первую ловушку. Пусть она там с горем пополам что-то вылавливает. Первая ловушка у нас будет находиться вот туточке. Самые часто встречаемые с объектами, которые здесь плывут. Так, хорошо. Может, мы об этот остров, кстати, сможем нормально развернуться, но это не точно. Так, древесины куча. Этот есть. По печке проблема в том, что... О, есть такое. По печке проблема в том, что нужен песок. То есть нам в любом случае нужно будет нырнуть под остров. А если мы хотим нырнуть под остров, нам нужно убить акулу. Как вы понимаете, это создает некоторые сложности. Мы случаем не открыли копье нормальное. Случаем не открыли. Жалько. Очень жалко. Я еще не уверен, что... Где мы должны болты брать? Кроме того, что находить. Акула. Она не хотела ничего атаковать. Хорошо. Так, еще куча листьев. Это пока выбросим. Давайте думать. Давайте думать. Ах ты мразь. Нормально, вовремя заметили. Вовремя заметили. Давай сюда. В смысле? Не понял. Это было просто трехочковое попадание.
Сразу веревки находить тоже очень комфортно. Трехочковая? Трехочковая. Давайте, наверное, пару загнем чуть-чуть. Не пауза, а вот туда. У нас вроде бы как потом должен появиться нормальный якорь, если я не ошибаюсь. Но его надо будет спрятать, чтобы акула не сожрала. Так, я хотел не это, я вот это хотел. Так, что у нас здесь есть? Сачок. Можно ловить жуков. Нахера нам жуки? Неизвестно. Так, металлическое копье требует слиток. Сок лианы, это у нас под водой. Все добро вроде бы как. Бинокль нам пока не нужен. Вот, постоянный якорь. Требует железа и шарнир еще в придачу. У нас разве есть крафт болта? Да, требует железа, шарнир требует железа. Мы упираемся в песок и в камни, да? Или что там еще надо было? Печь, 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 печь. Так, тихо, слишком ушли. Это очень дурацкий остров. Но мы, скорее всего, стукнемся как надо. Если я не накосячу. Так, только сильно далеко не отплывай, я тебя прошу. Все, вот так вот. Лучше, наоборот, приблизься к острову, чем от него отдались. Так, давайте пробовать. Давайте пробовать. Так, это мы переставляем сюда, это сюда. Жромба. Давайте покушаем немножко. Я не помню, еда нас хилит, нет? Какула? Какула? В смысле, я ей в рот тыкнул, она нормально себя это чухает. Так, проверка еды. Еда нас не хилит, плохо. Так, сработало, отлично. Надо просто не на акулу, а от акулы плыть. И тогда все. Куда ты там заплыл? Вернись. Так, у меня воздуха нет, воздуха нет. Ну давай еще разочек. Отлично зашло. Так, подышали, подышали, подышали. Иди сюда, мразота такая, ну. Ты не туда плывешь. Хоба. Вротембо. Вротембо еще по жопе немножко. Копье живо, копье живо. Подышим. Отлично. На, в Насяндру. Удержите, чтобы подобрать. Ой, там же сейчас мясо навали, да? Отлично, хоть пока похаваем по-человечески. Так, акулу залутали. Подышали, мы сейчас врежемся конкретно в остров. Но мы на это не отвлекаемся. Крюком. Отлично, правда у нас крюк говно собачье. Ну ладно. Так, быстренько еще посылочку открой. Открывай, открывай, открывай. Так, это вроде бы уже руда, нет? Сейчас увидим. Да, это железная руда, это хорошо. Но проблема в том, что нам нужен песок и камни. Ой-о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 й
Давай, давай, нам нужно отойти отсюда. И... Не, вроде все целое. Это хорошо. Флажочек. Куда флажочек? Флажочек прямо, лол, мы выровнялись. Быть не может. Реально, мы выровнялись. Это сработало. Ну, чуть-чуть криво, ладно, там пару градусов. Так, давайте, пока акулы нет, я быстренько все-таки обнюхаю. Или уже есть? Не, вроде нет. Мы ощутим. Мы ощутим, если она вернется. Так, это металлолом вроде бы, да? Это хлам, отлично. Где песок? Плот слишком далеко, меня это настораживает. Так, это все херня. Это не то, что нам надо. Подыши. Я могу залезть сюда? Могу. Если надо, я вообще все могу. Я думаю, что мы плот догоним. Как бы все плохо не случилось. Вижу песок. Пожалуйста, скажи, что ты тоже добываешься этой херней. Отлично. Беда в том, что я не помню, сколько нам надо песка. Два песка, два глины. Твою мать, точно не камень, глина. Я слышал акулу. Хотя как можно услышать акулу? Тоже вопрос. Так, плот у нас где-то там. Быстрее подыши. Плот уплыл! Плот уплыл! Ладно. Мы свою часть задачи сделали. Все, текаем отсюда. Придется на следующем еще забрать. Потому что если плот сейчас полностью свалит от нас, у нас будут серьезные проблемы. Мне хватает тех проблем, что есть уже. А, чайки, наверное, все пожрали еще, да? Куда ты плывешь? Зачем ты туда плывешь? Остановись. Да, сожрали один урожайчик. Нехорошо. Проверяем флажочек. Ну, почти прямо, слушайте. Почти.
Так, хорошо. Мы взяли чуть-чуть ресурса. Давайте сейчас потратим то, что нам не надо. У меня есть шапка. Бляха, ну если бы ты не портила вид, то я бы тебя, наверное, сохранил бы даже. Так, рыбу давайте сразу в дело. Докинем сюда, докинем сюда. Сажать что-то будем. Давайте в этот раз картофель посадим. Пресной водички набрали, налили, сюда залили. Замечательно, что у нас еще сырое. Мы можем начинать, по сути, сырую еду уже жрать. Если на то пошло. Так, одна глина, один песок есть. То есть мы к самому важному скоро придем. Пока островок. Я хотел с тебя взять куда больше. Так, еще раз, для полноценного якоря нам чего-то не хватало? Шарнира, да? То есть пока мы не зайдем в печь... да, пока мы печку не возьмем, мы можем не рассчитывать даже на нормальный якорь. Ну, ничего страшного. Ничего страшного. Сука, выжималка. Я думаю, это в целом не смертельно. Вот это супер вещь, кстати. У меня же есть стекло. У меня, по-моему, есть стекло. Но у меня не будет его на крафт тогда. Супер этот опреснитель. А рюкзачок тоже бимба. Это что, будка? Улей. Что? Окей. Я так понимаю, нас ждет веселое развитие. Хорошо. Оставим пока... Во, вернулась мразь. Ее никто не звал, ее никто не ждал. Она приперлась. Рыба очень долго готовится и очень много дерева пожирает. До сих пор не готова. Ужас. Просто ужас. Так, еще раз, сколько стоила сетка? 8 веревок, 2 гвоздей. Это у нас есть, этот есть. А веревка... Восьмерочка, еще одну сделаем. Их, по идее, можно даже не в ряд ставить, а буквально одну через одну. И этого, по идее, должно хватить. Потому что все объекты, которые плавают, достаточно больших размеров. Так, рыбка готова есть, поэтому давайте следующий ставим сюда. Класс, класс. Фу, мне плохо, в глазах темнеет. О, акула нормально нас кормит. Я бы даже сказал, хорошо. Это замечательно. Какое-то время мы сможем жить. Или вызывать. Че-че-че-че, не мушуй. Там вода есть, я не вижу. Ага, там есть вода. Окей, пока оставим. Сербать не будем. Короче, ждем следующий остров. Следующий остров даст нам еще песок и глину. А это даст нам уже большой бустевич. Сколько стоил крюк нормальный? Две веревки, один болт. Мы можем крюк сделать, кстати. А, я же могу так крафтить, точно. Боже. Две веревки, один болт. Давай сюда. Да, по чуть-чуть начинаем собирать. Совсем по чуть-чуть. С учетом того, что мы под легким градусом идем. То следующий должен ходить... Не думай даже. Не думай даже, я тебя видел. Мы будем идти в правильном направлении. Так, крюк для мусора. Давай. Более качественный крючочек. Пока что юзаем херовый. Потом разберемся со всем остальным. Так, сюда закидываем что? Что нам мешает? Что нам мешает? Болты нам мешают. Один гвоздь нам тоже погоды не делает. Посылочку надо открыть. Роза, замечательно. И кружка. Я сомневаюсь, что кружка функциональная, потому что нам все дают в виде декора. Сейчас мы даже убедимся, да. Кружка не функциональная, к сожалению. Хотя очень хотелось бы. Очень хотелось бы на самом деле. Я на горизонте ничего не вижу. Нам нужен еще один остров, срочно. В этот раз мы готовы на 100%. Хотя нет, не на 100%. Наврал. Немножечко наврал. Такое порой случается. Так, еще одно копье есть. На всяк пожарный, если нам придется подраться с акулой на следующем острове. Так, пластика у нас куча, я думаю, можем расширяться. Дерево есть? Дерево есть. Так, мы расширились, сделали себе 4 центральных, даже 6 центральных блоков. И на них вот это все говнишко выставили. Соответственно, мы можем себе теперь позволить сделать вот так вот. И это нам в перспективе поможет. В перспективе нам должно это помочь. Но мне не нравится, что мы уже захламляемся в плане инвентаря. Но я думаю, как-то переживем. Так, сюда нужна еще одна сетка. Где она, родимая? 4, 5, 6, 7, 8.
Сволочи вдвоем прилетели, ты глянь, что творят. Я за картофель зарежу. Слева остров, да? Твою мать, он еще и гигантский. Ну, во всяком случае, скалистый. Ладно, мы не будем к нему сворачивать. Ну, потому что уже тупо не успеем, а если успеем, то такое. Сейчас, наверное, придется переночевать и тогда уже плыть в поисках следующего. Так, хлам пока оставляй. Этот есть, что мне не хватало? Гвоздей. Гвозди, родитесь. Супер. Создать еще одну сет. Ставим его сюда. Все замечательно. Вот этот подлец проплыл очень хитро, вы это видели? Я ж тебя словлю. Эть. Он чётенько между ними проплыл. Идеально. Ну вот зачем? Зачем? Чем тебе не нравится этот кусок древесины? Господи, он же даже не съедобный. Ну. Ой, боже, эти животные. Так, с этим разобрались. Руду, кстати, тоже можно пока выложить. Я думаю, что рецепты будем выкидывать, потому что мы потратим только времечко и место. Кстати, по поводу ящичка, наверное, можно еще один сделать. Но мне кажется, что у нас... Оп, вот туда мы можем уже завернуть. Ты, твою мать. Откройся, повернись вон туда. Сейчас надо быстро поспать, чтобы мы успели... Бляха, жрать же надо. Рыба. Ом-ном-ном-ном-ном. Воду. Ом-ном-ном. Наполни еще воду. Наполни еще рыбу и спать быстро. Так, остров на месте. Супер. Он никуда не делся. Это меня уже радует. Сейчас немножко тогда сырой свеклы пожуем. Наше общее состояние это улучшит. Здесь оно не дожарилось, естественно. Пресной воды еще тяпнули. Еще загрузили, досок еще добавили. Мусора собрали и еще заворачиваю сильнее вправо. Да, тогда еще сильнее надо. Нам теперь главное плот не шатать. И, в принципе, мы залутаем все, что нам надо. Так, рыбка доделается, мы как раз перед выходом поедим. Инвентарь у нас в целом свободен. Придется, правда, опять акулу убить, да. Придется опять убить акулу. Ну, ничего страшного. Я думаю, кто-кто, а акулы это переживут. Так, скушаль. Давай сюда еще. Пить еще есть. Давай пить. Отлично. Пополнили запасы, как полагается. Так, мы нормально держим курс? Нормально. По чуть-чуть с горем пополам в бочину уходим. Так, может я еще что-то упустил? Да вроде нет. Нам в любом случае сначала надо в печку идти. Пока мы не... Что это было? Что это такое? Улучшенная сеть ловушка автоматически ловит предметы, которые в нее заплывают. Вмещают больше предметов. А, бляха, там теперь ограничения есть. Это херово. Так, давай полностью вправо. А то мы так можем проплыть мимо. А сколько теперь эти вмещают предметов? Бляха, это же нормально не проверишь, сколько они вмещают. Хоровенько. Ладно. Будем мириться с мыслью, что все окей. Так, подплыли. Сам остров нам, опять же, таки не супер ценен. Нам куда ценнее то, что под ним. Чуть не упал. Так, разворачивайся. Чуть-чуть еще подплыви. Я там не вижу. Да, чуточку совсем подплыви. Хотя вот здесь, кстати, есть тоже, видите? Хм. А может нам не обязательно острова искать? Хм. Это интересный вопрос. Так, замедлись как сможешь. Бляха, не успел попасть. Так, куда мы отплываем? Мы плывем чутка вперед почему-то. Я вроде замедлил как мог. Акула, иди сюда. Иди сюда, моя бусинка. Ох ты ж твою мать, на по жопе за это. Где мое копье? Угу. Да в смысле? Ты меня еще сейчас убей, сволочь такая. Так, мы дергаемся, но мы никуда не плывем. Отлично. Наврот, отлично. Это было идеальное попадание в ротейру. Вратару. Тихо, ты слишком быстро развернулся. Нормально. На. Да умри ты уже. Я задыхаюсь. Дыши. Ныряй. Сейчас, жопой, ага. Нормально.
Да сколько ты жить планируешь-то, сволочь, господи, а? У меня сейчас плот опять уплывет, пока я буду с тобой возиться. Так, ныряй, ныряй, ныряй. Нормально. Да давай уже... Ну что, бессмертный, уже целое копье на нее потрачено. Но! Да ты ж, господи, ж ты ж, боже ж, ты ж мой. Дыши, 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 дыши. Нормально. Ауч. Ауч, 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 ауч. Так, сейчас подплываем чуть ниже. Главное, чтобы он через текстуру не проплыл. И все, так будет окей. Не умираем, не умираем, не умираем. Опа! Да ты мерзость! Господи ж ты, боже мой. Мне не нравится, как оно по скалам плавает. Это совсем плохо. Так, плот уже уплывает. Да, я уже второй копье об него сточил. Алло. Я сейчас умру. Да вы серьезно? Это что, шутка какая-то? У меня сейчас копье сломается и все. Финита ля комедия. Не может быть на последнем ударе. Это смешно. Это смешно. Шапку себе оставь. Так, быстренько подышали. Плот уже ушел далеко-далеко. Но мы не боимся. Мы за ним успеем сплавать. У нас там в районе пары минут. В районе пары минут. Нам нужен буквально песок и глина. Нам же надо x2. Нам надо это все x2, потому что нужно будет потом в крафте эти же самые ресурсы использовать. Это так не работает. Тогда и нормальный крюк. Не вот это баловство. О, другое дело. Так, подышать, 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 подышать. Бульк. Так, сколько я не вижу, сколько я собрал уже. Но это вроде бы... Да, это песок. Соберем запасом, в общем. Чтобы нам не пришлось страдать. А вот с акулой, если она меня сейчас атакует, то у нас будут большие проблемы. Будут же? А, где у нас атакующее копье? Не будет проблем, отлично. Так, еще глина, еще металл есть, еще песок. Давай, давай, дышим, дышим, дышим. Тихо, 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 тихо. Не булькай. Так, 3 глины, 8 песка. Еще чуть-чуть. Уже не столь песок нужен, как, собственно, у все остальное. Надо бы еще копье нормально намутить, потому что так мы по 2 копья будем стачивать на одну акулу. Это, мягко говоря, того не стоит. Это что, это медь, по-моему, да? Это медь. Отлично, у нас дополнительный ресурс в инвентаре, который нас засорит полностью. Раз глина, 2 глина. Все, можем текать. Дыши, 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 дорогой, дыши, дыши, дыши. Нормально, 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 нормально. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть пострадал, что ты переживаешь? Все, можем текать. Так, давайте это сюда. Это сюда. Собираем. Раз, два. Топор жив. Полужив, сойдет. Могло быть куда хуже. Я думаю, что мы плот догнать сможем. Он, в принципе, у нас на полуякоре. Так что быстренько, но не особо торопясь, собираем все, что нам надо. Там еще один остров, лол. Да, плот нормально так плывет, слушайте. Хорошие плоты делаем, раз они даже от нас уплывать умудряются. Быстренько, 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 быстренько. Тут ананасы, скорее всего, еще где-то есть, но они нас уже не то чтобы сильно интересуют. Так, супер, нафиг, нафиг, нафиг. Поплыли. С богом. Акула есть? Акула не вижу, но мне кажется, что чайки сожрали все, что у нас там было. Так, правильно плывем. Есть? Вроде бы нет. Быстрее, быстрее, быстрее плыви. Можешь даже арбуз пожевать. Нормально, мы восстановимся, поспим. О, бляха, акула заспавнилась. Так, акула, 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 акула. Давай потом, потом, потом поговорим. Давай. Чего, простите? Она сквозь меня проплыла? Окей, как скажешь. Только не ускоряй сейчас на меня, не раш, пожалуйста, не надо. Я хоть и отхилился чутка, но не надо грызть мою жопку маленькую. Фух, отлично. Так, хорошо, что мы имеем? Мы имеем то, что нам надо было. Там сразу же следующий остров, я, наверное, его пропущу. Хотя не, еду надо бы забрать.
Еду с острова точно надо забрать. Так, мокрый этот сразу сделай два. Мы их кладем сюда. Раз, два. Все, пусть сушатся. Один у нас пойдет на само исследование, второй пойдет на постройку самой печи. Ну там, по-моему, куча, кстати, надо будет глины. Точнее, этих кирпичиков. По-моему, далеко не один. Собака, она еще подвигли на требует. Это мне повезло, что я столько набрал. Ой, дуристик, это будет проблема. Это будет серьезная проблема. Но в будущем, не сейчас. Кстати, ничего не собрали вообще. Там огромный остров. Он гигантский, я бы сказал даже. Сейчас надо придумать. Мы можем один топор сточить. Инструменты. У нас скоро веревок не будет хватать. Мы можем нарубать очень много дерева. Вот в чем плюсик. Очень много дерева, и, соответственно, с этого еще и получим вкусняшки. А там что плавает? О, ящик, кстати. Ящик, иди сюда! Отлично. Я думаю, что мы можем здесь задержаться. Что-то мне подсказывает. Единственное, что мне не нравится наш способ швартовочки. Он мне совсем не нравится. Но, видимо, выбора у нас не то чтобы много. Хорошо, ребятки, пока сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте комментировать увиденное и, конечно же, нажимать на колокольчик. А мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.